Толкните! Ну, я его свет поставил, но он то прокохнет, то что не знаю. В общем, последний тянется в этой колонии. Хорошо. Давайте. Комаров, 30 рублей, расписывайся. Комаров, жена на стрёме. Заначку тут отделяй. У кого разумеется, 60 тому премии не дают. Получай. Ну, будь здоров, Комаров. Следующий. Ну, подожди. Дай назад.
Ростовский, вы же из бригады Потапова, почему деньги не идете получать? Одни вы остались. А зачем нам деньги? Мы и так богатые. О, остряк! Бегите в бригады, чтобы летом летели. 5 минут жду и все. А вы не ждите. Мы премию получать не будем. Точно, точно. Всего хорошего, товарищ начальник. Слушайте, я не буду за вам бегать! Где мой ботинок? Чтобы вот здесь. Куда? Куда расходитесь? Еще за вами должен бегать. Нельзя сначала деньги получить, а потом переодеваться, как все люди. Потапов, 70 рублей. Иди расписывайся. Ты слышишь? Александр Александрович, а мы решили премию не получать. Что-то, мужики, вы больно богатые стали. А сколько мне там начислили? Да нет, я так, Сан Саныч, из праздного любопытства. А то, знаете, деньги как-то надоели. То клади их в карман, то унимай из кармана. Ну, парни, доиграетесь. Ей-богу, сдам кассу, потом побегаете. Мы не шутим. Бригада решила отказаться от премии. Может, вы и зарплату получать не будете? Почему? Зарплату получать будем. Ну, спасибо хоть на это. Ну, ладно, в чем дело? Вы не обижаетесь, Александр Саныч. Разъяснение я буду давать на парткоме. Вы что? Я же пока еще у вас прораб. Должен я знать, что у меня творится на участке, или не должен? Пошли, ребята. Так. Значит, это акция направлена против меня. Ну, спасибо, Потап. Я, если я плохо отношусь к вам, тогда не знаю. Да не против вас. А против кого же? Вот он. Угу. Товарищ Потапов, можно вас на минуточку? Скажите, это правда, что ваша бригада от премии отказалась? Ну? А что у вас случилось? Ничего. Дай-ка лом. По-моему, вас никто не обижал, насколько мне известно. С нарядами у вас все в порядке? Зюбин закрыл наряды? Закрыл. Нормально закрыл? Нормально. Значит, к отделу труда и зарплаты у вас претензий нет? Да нет. Или есть? Да нет же. Дядя Вася! Товарищ Потапов! К телефону! Да. Да. Да, правильно вас проинформировали. А что ж тут плохого? Мы ж не от работы отказываемся, от премии. А вот будет партком, расскажу. Я по уставу партии могу обратиться в любую инстанцию, вплоть до ЦК. Не могу больше с вами разговаривать. Не знаю, когда будет партком. Когда назначат. Здорово. Потапов. Здрасте. Я попрошу взять листочки и написать объяснительную, почему ваша бригада отказалась от премии. Ничего я писать не буду. Почему? Потому что не хочу. Мы обязаны знать причину отказа. Будет партком, вы узнаете. Я не знаю, когда будет партком, а докладывать в Трест о причинах отказа я обязан сегодня, сию минуту, сейчас же, понимаете? А что за спешка? Пожар, что ли? Ну, не задавайте глупых вопросов. Идите, пишите объяснительную. Мне работать надо.
Вася, я не знаю, чего ты добиваешься, а добьешься ты одного. Прижмут заработки и все. Пускай. Чего пускай, пускай? Все самые плохие работы будут твои, самые невыгодные. Сделай так культурно, что не пикнешь. Ведь ты же им ничего не докажешь, а они тебе докажут. Дядя Вася, сейчас из парткома звонили. Велено явиться сегодня в 3 часа. В 3 часа. Вася, сходи, получи премию. Скажи, что пошутил. Дядя Вася, в трест ходить не надо. Партком будет здесь, в штабе. Борис, это Соломахин. Слушай, ты чего же не освободил Агеева и Кардина? Неужели двух сварщиков на полчаса подменить нельзя? Да есть кворум. Я хотел, чтобы они были. А-а-а, ну жаль. Алло, а ты ему передай, что я скоро вернусь. И если не будет сделано, пускай не обижается. Что? 5 выговоров? Ну, значит, будет иметь 6. Выговора не дети, алиментов не просят. Ага. Федосеев, Николай Иванович. Все перебрались к главному механику. Туда звоните. А он вернется? Нет, нет. А здесь что? А здесь партком будет. Здрасте, товарищ. Здравствуйте. Здрасте. Ради бога, Лев Алексеевич, ты извини. А вы не опоздали, Павел Емельянович? Главного виновника еще нет. Потапова нет? Здрасте. Может, он уже парткому не доверяет, решил прямо к министру докладывать. Здрасте. Утром виделись, Павел Емельянович. С секретарем парткома лишний раз поздороваться не грех. Гриша, я достал вот то, что ты просил. Это? Да, да, спасибо. Виктор Николаевич, ты разберись там с этой бригадой. Что такое, понимаешь? Что там за круговая порука? Сегодня они от премии отказали, завтра еще что-нибудь придумают. А вы, товарищ Зюбин, вы там прораб или кто? Слушай, он сам-то у тебя премию получил? Получил. Ну и зря. У него там черт знает, что происходит, а он премию получает. О, красавица! Ты почему здесь? Лев Алексеевич, она где у нас должна быть? В Польше? В Болгарии, по-моему. В четверг уезжает. Смотри, там не загуляй меня. Мужику-то щей наготовила на 2 недели. Ничего, в столовку походит. Павел Емельянович, вы меня на поликлинику бросили, а там завал тот еще. В общем, я насчет сроков не ручаюсь. Ну, это ты перестань. Сегодня опять звонили, отвечаю, будет. Говорят, не верим. Так я же вам Качнова, лучшую бригаду каменщиков. Да, но я же привел. Просил подвести. А вот тогда, говорят, другое дело, понял? Управляющему не верит, а Качнову верит. Ну, хорошо, Наташ, да ничего не затянется. Я говорю тебе, Наташа, можешь спокойно ехать. Я заберу Павлика. Купил, купил. Да нет же, нет, ну говорю тебе, нет. Сейчас начинаем. 3:30 я свободен. Алло, Наташ, на. Кириллович, да? Поведи сегодня протокол. У нас Александр Михайлович ведет. Шур, давай ты. Ну почему я? Я каждый раз пишу. Ну вот. Здравствуйте. Здрасте, Шурочка. А если я тебя попрошу? Ну ладно. Но только ради вас, Павел Емельянович. Я Потапов. Подождать? Этот? Товарищ Потапов, вам во сколько было велено явиться? Так ровно 3. 1 минута, черт. Знаете, Потапов, я 8 лет работаю на производстве и ни разу никуда ни на 1 минуточку не опоздала. Вам понятно? Он исправится, Александр. Вот-вот. Вот-вот. Обратите внимание, Павел Емельянович, это у нас всюду. Потом удивляемся, почему дисциплина хромает. Как это так? На заседание партийного комитета человек идет. Садитесь, товарищ Потапов. Садитесь. Поближе, поближе. Прошу прощения. Это Толя Жариков, личный телохранитель и комсорг бригады. Тоже желает поприсутствовать. Ну, если, конечно, можно. Ну как, товарищ? Ну, можно. Здравствуйте. Ой. Ну что, товарищ Потап, давайте рассказывайте, что у вас там в бригаде стряслось. Да у нас в бригаде на днях произошла научно-техническая революция. Ого! И выразилась она в том, что вы отказались от премии. Да и всякая революция от чего-то отказывается. А иначе какая же она революция?
Баловство одно. Ну что же вы понимаете, такую важную новость и от нас скрывали. Тактический ход. Вы же как руководитель знаете, мало родить хорошую идею, надо и преподнести ее. А то разболтаешь, сам себя не узнаешь. Ну, пришел бы я к вам, а вы все уже решили, обсудили. Неинтересно. Дядя Вась, ты давай ближе к делу. А ты, Качнов, не подгоняй. Ну, куда скачешь-то? Тут, кажется, не ипподром, а партком. Товарищ Потап, доложите коротко, ясно, чему ваша бригада отказалась от премии? Да потому что бьет она по карману рабочего человека. Невыгодно нам получать ее, эту премию. Это уже интересно. Да. Только пока непонятно. Что ты, друг, подзагнул? Как же это невыгодно? А я объясню. Вот Толя наглядный пример. Он третий разряд бетонщика. Ты сколько потерял в заработке за год из-за простоев? 400. А сколько тебе премии начислили? 40 рублей. Тоже за год? Да. Вот какой баланс получается. Смешно. Вы ему дайте свои 400 заработать, а потом на них премию накинь. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Ничего не понимаю. Ну, потеряли на простоях. Так почему же премию-то не взять? 40 рублей не деньги, что ли? Помешают. Да при чем тут это? Я говорю, премия. Ее как надо понимать? Как оценку. Кстати говоря, она нам дадена за третье место по соцсоревнованию. Вот и выходит. Оценку нам дали хорошую. Кладет Толя эту премию в карман, значит, он с этой оценкой согласен. А с чем согласен? С простоями? С тем, что он 400 потерял? При чем здесь простое? Премия-то дается за перевыполнение плана. Премию надо связывать с планом, а вы сюда простое суете. Надо же разбираться немного, все-таки бригадир. Так давайте и разберемся, Борис Петрович. Что такое премия? Премия – это деньги, которые даются человеку сверх основного заработка, верно? Ну вот, к примеру, вы. У вас оклад. Для вас это премия. Премия. А для него нет. Он сдельщик. Для него бетона нет, он в прогаре. Еще чего-то нет, он опять в прогаре. Для него простое – это как вычет из зарплаты. Он 400 рублей не добрал до основного заработка. Так какая же для него это премия? Для него это подачка, насмешка, если хотите. А ведь он правильно рассуждает, Борис Петрович. Понял, Лев Алексеевич, ход его мысли? Он неправильно рассуждает. Он недоволен заработками, это ясно. И ясно еще одно. В управлении, которым руководит уважаемый Виктор Николаевич Черников, он не нашел ответа на свои вопросы. А почему? Почему, минуя своего прямого начальника, Потапов вынужден обращаться прямо в партком треста? Меня интересует, как расценивает этот факт товарищ Черников. Очевидно, вера Потапова в партком сильнее, чем вера в меня. И это вполне естественно. Или вы хотели бы, чтобы было наоборот? Но он все равно рассуждает неправильно. Премии за перевыполнение плана и простое на производстве разные вещи, они не соприкасаются. Это у вас в плановом отделе не соприкасаются, у него в кармане соприкасаются. Совершенно верно. Товарищ Потапов, у вас сколько человек в бригаде? 17. Я вам скажу, чтобы 17 человек рабочего класса единогласно отказались от премии, от живых денег, это, знаете, о многом говорит. Я имею в виду о многом хорошем. Значит, там есть дружба, есть авторитет бригадира. Есть определенный уровень, между прочим, культуры, образования. Поэтому, Виктор Николаевич, и вы, товарищ Зюбин, давайте-ка с такими людьми работать умно. Вы член партии? Да. Я хочу, чтобы вы правильно поняли одну вещь. В стране сейчас ведется огромное строительство, и проблемы очень, очень серьезные. И они не могут решаться так быстро, как нам хотелось бы. И совсем не потому, что кто-то не хочет работать, понимаете? Ну, я могу наказать Черникова, наказать Зюбина. Но ведь я знаю, что многое от них не зависит. Они делают все, что в их силах. Вот начальник планового отдела, Борис Петрович. Трудолюбивый и неутомимый человек, крутится с утра до вечера. Или вот Роман Кириллович, инженер по технике безопасности. Энтузиаст нашей стройки, великолепный общественник. А вон сидит главный диспетчер Григорий Иванович. Гриша, проснись, я о тебе. Мы с ним 14 лет неразлучны, стройка за стройкой. И все знают, что он тоже приходит на работу раньше всех, а уходит позже всех. Я к чему это говорю? Что не все зависит только от нас. Тресту на сегодняшний день недопоставлено материалов по 11 позициям. Вам, конечно, до этого никакого дела нет. Вы приходите на работу и хотите работать в течение полных 8 часов.
То есть в течение полных 8 часов зарабатывать. И я попрошу Виктора Николаевича, мы его специально пригласили на партком, сделать все возможное, чтобы простои в этой бригаде сократились до минимума. Я просто прошу тебя, Виктор Николаевич, обрати особое внимание на эту бригаду. Дай им все, что надо. Дай. Вы правильно делаете, что ставите вопрос конкретно и четко. И партком та же конкретно и четко вам отвечает. Поручается Виктору Николаевичу Черникову разобраться и принять меры, чтобы простои в бригаде Потапова совершенно прекратились. И все. Так, товарищ Потапов? Да нет, не так. То есть? Конечно, можно 1-2 бригады поставить в особые условия. Заработать дать. Но мы не за этим пришли, Павел Емельянович. Мы ж не крохоборы. Нам вообще непонятно, как это при таких огромных простоях, а не по всему тресту, план оказался перевыполненным. Что это за план такой? Ну, я слушаю, слушаю. Так это я вопрос задал. Товарищ Потапов, я очень не люблю себя чувствовать идиотом. Мне уже за 50. Он же прекрасно знает, почему трест перевыполнил план. Или я ошибаюсь? Ну, допустим. Так знаете или не знаете? Знаю. Что вы знаете? Все знаю. В начале года у нас был один план. Мы его не выполнили. Прошел год. Задним числом нам его скостили, другой дали. Новый мы перевыполнили. Третье место по соцсоревнованию. Но раз такое дело пошло, надо было, Павел Емельянович, побольше скостить. Мы бы и первые заняли бы. Что-то, по-моему, вы не в те дебри полезли. Павел Емельянович. Да нет, Лев Алексеевич, я ему не затыкаю рот, боже сохрани. Я просто начинаю разочаровываться в человеке, а мне бы этого не хотелось. Вам же известно, почему тресту, как вы выразились, план скостили. Известно? Известно. Бумага была отправлена, что трест не выполнил план исключительно по объективным причинам. Цемента не было, труб, леса, субподрядчики плохо работали. Ну, правильно. Вот теперь вы правильно говорите. Правильно. Но мне бы хотелось сказать неправильно, Павел Емельянович. Не потому мы первый план не выполнили, что у нас труб цемента не было, а потому что на стройке порядка нет. Не было и нету. И никакого места мы не завоевали. И премия эта липовая. Хапнули 37 тысяч, радуемся, какие мы хорошие. Да? Потапова. Из бригады. Вас. Да нельзя сейчас, нельзя. Потапов не может подойти к телефону. Он занят. Не кончилось. Только начинается. Ну так что ж, товарищ, у кого есть вопрос? Ну так как же? Давайте. По-моему, есть о чем. Товарищ Потапов, вы давно на строительстве? 17 лет. Значит, это не первая ваша стройка? 11-я. На тех стройках вы получали премию? Получал. Не отказывались? Не отказывался. Так неужели наша стройка хуже тех, на которых вы работали раньше? Хуже. И для наглядности я могу нарисовать одну неделю нашей работы. Нарисовать? Нарисовать? Ну, нарисуйте. Возьмем хотя бы прошлую неделю. Понедельник. Бригада простояла полсмены без бетона. Вторник. Бригада простояла полсмены без бетона. А почему? Цемент на стройке есть, щебенки. Песку навалом, а мы без бетона сидим. Я спрашиваю, почему?
Очевидно, потому что мощности бетонного завода еще не соответствуют нашим потребностям. Так вы так и скажите, Потапов. Тебе завтра бетона не будет. Я другим делом займусь. Но ведь мне этого не говорят. Заявки мои принимают, говорят, жди, будет бетон, жди. И так 3 дня. Это что, объективная причина невыполнения плана, Павел Емельянович? Берем четверг. Толя, когда я двери-то искал, четверг или в пятницу? Четверг. Так вот, четверг. Надо было мне 3 двери поставить. Заявку подал, написал все по форме, какие, сколько, куда везти. Звоню, дверей нет, а я звоню. А мы-то не собираемся вам двери искать. Как так? Я заявку подал. Да что заявку? Мы двери не возим. Надо, поезжай сам и ищи свои двери. А что делать? Еду. Есть у меня 2 ПТУшника. Взял одного. Павел Емельянович, вы давно на складе были? Ни разу не был. А вы полюбопытствуйте. Ведь очень интересный склад. Там порядок, как после Куликовской битвы. Полдня мы с этим мальчишкой, сколько и Шишовым, двери искали. Они там были, и я их нашел. И это тоже объективная причина невыполнения плана. А в пятницу ты вообще обхохочешься. Фундамент мы для компрессорной делали. Постарались, хорошо сделали. 2 недели трудились, пришел представитель заказчика. Братцы, вы что за фундамент такой сделали? Не то. Я говорю, как не то? Чертеж волоку, тютелька в тютельку. А он говорит, братцы, мы ж вашему тресту давным-давно другой чертеж выдали. Тут импортная машина стоять будет. Фундамент не подойдет. Звоним в техотдел. Был новый чертеж на фундамент для компрессорной. Сейчас поглядим. Да, говорят, такой чертеж имеется. Завтра пришлем. 3 месяца, Павел Емельянович, не могли из Треста на участок чертеж переправить. Это тоже объективная причина невыполнения плана. А теперь что ж? В субботу, воскресенье, в свои выходные дни будем отбойными молотками долбить. Своими собственными руками свой собственный труд уничтожать. Надя, разыщи там Осетрова, пусть свяжется со мной. Я в штабе на паркоме. А убыток какой? Фундамент 1000 стоит? Кто за него заплатит-то? Вы из своего кармана не выложите, верно? Не скажете бухгалтеру, я плохо руковожу, денег не давайте. Товарищ бригадир, не забывайтесь, думайте все-таки, о чем говорите. Павел Емельянович не капиталист, он за ваш счет не наживается. Ну и что, что не капиталист? Может, нам теперь за то, что мы не капиталисты, ордена выдавать, медали, премии? А ведь у меня, товарищи, половина бригады пацаны. Их же надо как-то воспитывать. Прививать уважение к ремеслу, к труду. А на чем прививать? На этих примерах? Да вы знаете, что мне сказал этот мальчишка, Колька, с которым я двери-то искал. Когда мы шли со склада, он и говорит, видать, коммунизм не скоро построится. И что вы ему ответили? Ничего не ответил. Товарищ бригадир, почему вы явились на заседание партийного комитета в нетрезвом виде? Я? Что это вы такое говорите? Я говорю, что вы выпили и в таком виде пришли на партком. Вы можете это доказать? А вы можете доказать то, что вы говорите? Вы можете доказать? На каком основании вы утверждаете, что у Треста не было объективных причин для изменения плана? Двери, видите ли, ему не привезли. Да мало ли что было у вас в бригаде. Вы же весь Трест обвиняете в том, что он под ложным путем выбил себе премию. Шли в таком случае прямо к прокурору, если здесь жулики. Достать? Сиди тихо. Дядя Вась. Да ты хоть знаешь, какой главный недостаток у тебя в бригаде? У тебя в бригаде никудышный бригадир. Да что значит тебе не дали бетона? Я вот тут вышел в ночь, а бетона нет. Так я сел в самосвал и к директору бетонного завода на квартиру. Организовал ему подъемчик в 3 часа ночи, и бетон был. И до сих пор есть. Чтоб я пошел на склад искать двери, извините. Дверей нет, телеграмму в райком партии. Сижу без дела, бригадир Качнов. И будут двери на 100 лет вперед. Ты плохо руководишь бригадой, Потапов. Может, не умеешь? Тогда скажи, найдем замену. Пожалуйста, я могу вам составить подходящего бригадира, Виктор Николаевич. Вот такой парень у меня есть. Огонь. Качнова за пояс заткнет. Я вам серьезно говорю. Товарищи, товарищи, давайте вернемся к существу. Почему один человек вот так с бухты-барахты может хаять работу целого коллектива? Почему? А все потому, что дисциплины нет. Потапов правильно говорит про простое. Я на 100% с ним согласна. Павел Емельянович,
Вы меня извините, я скажу. У меня случай был. Пятое управление кран затребовало. Причем как, они же орут? Они же докладные пишут, стоим, где кран. Ну, погрузили кран на трейлер, привезли, смонтировали, а работы-то нет. Он им не нужен, оказывается, он им через неделю понадобился. Я сидела всю неделю на верхотуре, дочке носки вязала. Дорогая моя, никто не говорит, что на стройке не бывает простоев. Ну вот вы же не стали из этого случая делать выводов по всему тресту? Не стала. Да вот у нас аналогичный случай был. Завезли мумию для малярки и бумажных... Да подождите вы в конце концов. Борис Петрович, а я вполне понимаю, почему Потапов отказался от премии. И я не вижу здесь никакого желания охаять трест. Потапов остро воспринимает недостатки. Они мешают ему нормально работать. В конце концов, они мешают ему получать удовольствие, радость от собственного труда. И мы, товарищи, должны приветствовать такое беспокойство рядового работника за судьбу предприятия в целом. Конечно, другое дело, способен ли Потапов со своей бригадирской колокольни дать объективную оценку работы всего треста. Каждый видит жизнь со своей горки. Что я предлагаю, Лев Алексеевич? Надо одному из нас, членов парткома, посетить бригаду Потапова. Надо рассказать товарищам о положении дел в масштабах треста, потолковать с людьми. И я уверен, после такого разговора все встанет на свое место. Да, конечно. Они сами не знают, чего хотят. А я вообще подозреваю, что товарищи сгоряча отказались от премии. Делали жест, а теперь и рады бы дать обратный ход. Да уже неудобно, вся стройка знает. Нет, надо найти какое-то разумное объяснение, чтобы хотя бы не смеялись над ними. Вот единственный реальный вопрос, который нам надо решить. Он сделал глупость, а теперь партком должен думать, как ему из этой глупости выкрутиться. Толь, дай-ка. Я знаю. Когда что-то говоришь, надо доказывать. Я знаю, что с седьмого этажа виднее, чем с третьего. А партийный комитет я уважаю. Я потому явился сюда не с пустыми руками. Вот в этих тетрадях есть расчеты, которые черным по белому доказывают, что первоначальный план наш трест выполнить мог. Что никаких оснований уменьшать план у нас не было. И что при премии мы получили незаслуженно, а значит и незаконно. Лев Алексеевич, кажется, мы здесь и в кошки-мышки играем. То он два дня скрывал, почему от премии отказался, теперь тетрадки под стулом прячет. Тише. Ты что, пришел сюда издеваться над парткомом? Тактикой занимайся у себя в бригаде, а не здесь. Разреши-ка. В общем, я предлагаю, учитывая поведение Потапова, прекратить это заседание, и пусть он идет со своими тетрадками, куда хочет. Я прошу не становиться в позу обиженных. Ну так мы партком черт знает во что превратим. Михалыч, до тебя не дозвонишься. Слушай, извинись там перед товарищами за меня. Давай завтра ровно в 14. Нет, тут надолго. Товарищ Потапов, у вас какое образование? У меня. Да, у вас. У меня в бригаде один человек заканчивает строительный институт, один на третьем курсе, двое в техникуме учатся. А у меня лично 8 классов. Значит, расчеты делала вся бригада? Да, вся бригада. Да никогда я не поверю, чтобы бригада такими делами занималась. Ха! Весь трест обсчитали. Товарищ бригадир, где вы взяли такие данные, как общее количество простоев по тресту за год, выработка на одного работающего по месяцам, сводка наличных ресурсов, остатки ресурсов на 1 января. Причем тут у вас показано отдельно материалы, поступившие железнодорожным транспортом, отдельно автомобильным. Где вы взяли эти цифры, меня интересует? Я на этот вопрос отвечать не буду. То есть как это не будете? Я прошу ответить. Зачем же нам заниматься вашими расчетами, если вы от нас скрываете... Я сказал, на этот вопрос я отвечать не буду. Вы разбираетесь по существу. А где я взял, у кого это не имеет значения? Лев Алексеевич, у меня очень сильное подозрение, что за спиной Потапова кто-то стоит. Да? Кто ж этот злодей, Борис Петрович? Ваша ирония неуместна, Лев Алексеевич. Я понимаю, что вы желали бы, чтобы все, что говорит Потапов, было правдой. Ну перестань, Борис Петрович. Павел Емельянович Потапов – подставное лицо.
Эти данные могли быть взяты или у меня в плановом отделе Треста, что совершенно исключено, или у товарища Черникова, что совершенно не исключено. Прошу тебя, Борис Петрович, прекрати. Меня не интересует, где были взяты эти данные. А меня это очень интересует. Любое распоряжение Треста, любое указание Черниковым торпедируется. Все принимается в штыки, все берется под подозрение. Короче говоря, Лев Алексеевич, очень прошу вас, несмотря на ваши личные симпатии к Черникову, внести в этот вопрос полную ясность. Я хочу знать, кто дал Потапову цифры. Товарищ Потап, я вас очень прошу объяснить партийному комитету, где вы взяли цифры, которые так интересуют Бориса Петровича. Я этого сделать не могу. Понимаете? Не могу. Виктор Николаевич, может, вы нам что-нибудь скажете? А вы напрасно молчите, Виктор Николаевич. То, что я здесь сказал, опровергнуть невозможно. Зачем же вы требуете от меня каких-то слов, если опровергнуть невозможно? Значит, вы согласны. Ваша работа. Молчание – знак согласия, Виктор Николаевич. Борис Петрович, я инженер и предпочел бы более точную логику, чем логика поговорок. Ну, значит, вы не согласны. Вас пригласили на партком, и будьте добры отвечать. Ты не горячись, Борис Петрович. Меня, например, радуют эти тетради. Даже если эти расчеты не совсем точны, а я в этом не сомневаюсь. Почему это вы не сомневаетесь? Да потому что даже опытным экономистам провести подобного рода анализ не так-то просто. Вы не торопитесь. Я ведь не против вас хочу сказать. Наоборот, за вас. Дело не в том, в конце концов, точны эти расчеты или не точны. Как это не в том? Именно в том. Поймите, тут важно само ваше чувство, ваше стремление, желание вмешаться, не мириться с простоями, понимаете? То, что бригада взяла в руки карандаши, начала считать, задумалась о целом тресте, само по себе говорит, что данный коллектив заслуживает самой высокой оценки. А что касается конкретно ваших расчетов, то что я предлагаю, Лев Алексеевич? Сейчас нам дальше вести об этом разговор не имеет смысла. Как это не имеет? Я же вам дал расчеты. Так вот, необходимо их проверить. Никто же не может, полистав ваши тетради, вот так сразу сказать, правильно там все или неправильно. Что я предлагаю, Лев Алексеевич? Необходимо эти расчеты проверить и уж потом, в рабочем порядке, принять решение. Ну что ж, дельно, справедливо. Борис Петрович, кому можем поручить проверку этих расчетов? Милениной. Очень хорошо. Миленина лучший экономист Треста, товарищ Потапов. Я думаю, для ускорения дела, Павел Емельянович, надо двух человек назначить. Вы что, не доверяете моим сотрудникам? Дина Павловна честнейший человек. Или вы мне не доверяете? Что вообще здесь происходит? Не волнуйся, Борис Петрович, пусть будет один человек, хорошо. Я прошу, садитесь за этот стол, ведите партком, а я пойду покурю. Ну зачем так, Лев Алексеевич? Ты же умница, прекрасный парень, но в данном случае ты просто формалист. У меня есть предложение назначить срок, 2 недели. Ты не возражаешь, Лев Алексеевич? Не возражаю. Так, давайте еще раз уточним позиции. Значит, вы ставите вопрос о том, что Тресту необоснованно был скорректирован план. Так? Так. Доказательством чему являются ваши тетрадки, так? Так. Теперь мы вашему анализу делаем свой анализ и через 2 недели вам докладываем, товарищ Потапов. Так? Так. Все. У кого есть еще вопросы? Пожелания? Предложения? Товарищ Лев Алексеевич, у меня к вам просьба. Какая просьба? Я прошу вас, задержитесь на 10 минут. Я сейчас приведу человека, который давал нам цифры. Объявляется перерыв. Сам доберусь. Уезжай. Дед Сад? Это кто говорит? Зинаида Михайловна, здравствуйте, это Любаев, отец Павлика. Зинаида Михайловна, тут так получилось, что никто из нас не может за Павликом приехать, но я обязательно кого-нибудь пришлю.
И если произойдет задержка, займите его пластилином. Он любит с ним возиться. Лев Алексеевич, я не понимаю, что происходит. В каком смысле? А в том смысле, я хотел бы знать, чего ты добиваешься. Ты как-то странно и непонятно для меня ведешь сегодня Портком. Решил поднять большой шум вокруг этой истории. А вы бы хотели, чтобы шума не было? Дорогой мой, я хотел бы, чтобы у нас с тобой по любому вопросу было одно мнение, а не два. У меня окончательного мнения пока еще нет. Я хочу разобраться. Но разбираться нужно тоже с умом. Слушай, а у Потапова большая семья? Нормальная. Жена у него маляр, дочка все время болеет. Жена устроилась в детском садике, нянечке. Конечно, в зарплате они потеряли, но зато надежнее. Да и Танька там. Какая Танька? Ну, вторая дочка, а может, первая. Они близнецы. Да и мать у него одна, далеко. Может, пирожков принести? Кому пирожков принести? О, мне! И мне. Пару. Угу. Мне возьми один. Здорово. Привет. Твоя беда в том, что ты пока не чувствуешь себя внутри коллектива. Я чувствую себя секретарем парткома, ни больше, ни меньше. А вам бы хотелось, чтобы партком находился на правах одного из отделов Треста. Да побойся бога, неужели ты в самом деле думаешь, что я решил подмять под себя партком? Да я же ни одной планерки, ни одного совещания не начинаю, пока ты не сядешь рядом. Я же ни одного решения не принимаю, не согласовав это с парткомом, лично с тобой. А Черников? А что Черников? Нельзя его сейчас главным. Я сам хотел, но нельзя. Витя Черников умудрился восстановить против себя все управление Трестом. Если его назначить сейчас главным, ты знаешь, что будет? Бой быков, коррида. А мне в этом пусковом году нужен Трест единый, как кулак. Ну, правильно. Вы любите советоваться со мной по пустякам, второстепенным вопросам. А как дело касается вещей принципиальных? А что это вы читаете, Виктор Николаевич? Дедуктив. Да! Потапова? Нет его здесь, нету! Портком нет, не кончился! Чего надо? Давай, давай, давай! Бригадир-то ваш! Жару дали вашему бригадиру! Побежал проветриться! Ага! Раиса Викторовна, это Роман Кириллович. Раечка, будьте добры, большая просьба, если вам не трудно, сходите в 75-ю квартиру, да, к соседке, Лидия Владимировна ее зовут. Она пойдет в детский сад за дочкой и пусть возьмет Павлика. Ой, спасибо большое. Раечка, и только обязательно ей скажите, Павлик после ветрянки, ему нельзя ничего соленого. Спасибо, большое спасибо. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте, Дина Павловна. Борис Петрович, Миленина. Дина Павловна, вам уже передали? Очень хорошо, что вы пришли. Заходите. Понимаете, нашлись тут экономисты. Заходите. Добрый день, Дина Павловна. Однако вы быстро. Ну, проходите, садитесь. Борис Петрович, объясните Дине Павловне задание. Садитесь.
Лев Алексеевич, все в порядке. Вы же человека пошли звать. А мы позвали. Вот этот человек. Вы, Дина Павловна? Вы? Почему же вы мне не сказали? Дина Павловна, почему же вы от меня это скрыли? Я ничего не понимаю. Садитесь, товарищ. Продолжим. Ну что ж, товарищи, давайте разберемся. Так ваше участие в этих расчетах в чем, собственно, заключается? Ну, сама идея и сам принцип такого анализа принадлежит бригаде. Принцип довольно оригинальный. Они начали копать снизу, с простоев, и все расчеты делали они. Конечно, я им во многом помогала, кое-какими коэффициентами, дала им необходимые цифры, а в конце я все расчеты проверила. А почему, простите, именно к вам обратились? Я по совместительству преподаю математику на подготовительных курсах, а туда приходят ребята из этой бригады. Понятно. Вот Толь Жариков, Валера, Фроловский. У него в бригаде твой парень? У него. У тебя? У меня. И что, тоже от премии отказался? Гриша, как же так? Оказывается, ты обо всем знал. В курсе дела. И не пришел, не предупредил. И тут он сидишь, спишь. Дина Павловна, в чем, по-вашему, ценность этого анализа? А в том, что он провел четкую разграниченную линию между тем, что зависело от нас, и тем, что от нас не зависело. И идея этого анализа возникла у ребят после серьезного спора. Одни говорили, что у нас вообще так, что порядка, мол, не было, нет и не будет. А другие, в том числе и Василий Трифонович, всю вину возлагали на руководство стройки. Ничего, что я рассказываю? Ничего. Оказывается, мы страдаем не столько от дефицита стройматериалов, сколько от собственной неорганизованности. Так вы что хотите сказать? Что руководство Треста сознательно пошло на обман, чтобы премию выявить? Так надо понимать? Я уверена, что если бы такой расчет был на столе у Павла Емельяновича, но до того, как он ходатайствовал об изменении плана, он не стал бы этого делать. А вообще, у нас чересчур много трестовского патриотизма. Мы очень стараемся выглядеть как можно лучше. Но почему вы все-таки не поставили в известность Бориса Петровича, вашего непосредственного начальника? И почему Потапов из вашего участия делал тайну? Это совсем непонятно. Я сейчас объясню. На днях ко мне пришли ребята, и Василий Трифонович сказал, поскольку сейчас дают премию, бригада решила от нее отказаться. Он сказал, что я тоже должна так сделать. Но раз они решили, очевидно, это имело смысл. Но я не смогла. Ну, не из-за премии, конечно, в смысле не из-за денег. Просто я как-то не умею. Я еще не готова к таким... В общем, Василий Трифонович не стал упоминать мое имя. Может быть, он подумал, что я боюсь неприятностей. Дина Павловна, вы близко узнали бригаду. Какое у вас впечатление? Что там за люди? Ребята, по-моему, толковые, искренние и честные. Они во всем хотят разобраться, все понять. Видите ли, я жила здесь на стройке довольно одиноко. А теперь у меня есть друзья. Недавно на охоту меня взяли. Я первый раз в жизни стреляла в утку.
целилась в водку, а попала в трест. В водку я не попала. Дина Павловна, спасибо вам большое, что пришли и помогли нам разобраться. И спасибо вам за то, что вы были так внимательны, когда рабочие обратились к вам за помощью. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Емельянович, это Сетров. Что там такое? А я не знаю, мне передали срочно с вами связаться. А, правильно вам передали. Почему был задержан чертеж на фундаменте для компрессорной? Почему было совершено такое непростительное безобразие, понимаете? Я все понимаю, Павел Емельянович. Так получилось. Прошу прощения. Так вот, чтобы вы еще лучше понимали, в субботу соберете весь свой отдел и в полном составе к 8 утра явитесь на компрессорную в распоряжение бригадира Потапова. Он вручит вам отбойные молотки, и вы будете долбить свой теперь уже никому не нужный фундамент. Вам ясно? Ясно. Имейте в виду, я сам прибуду на компрессорную и буду смотреть, как вы его долбите. Павел Емельянович, я хочу уточнить, наши расчеты больше не надо проверять или как? Выходит, не надо. Тогда я хочу от имени бригады внести предложение. Можно? Пожалуйста. Значит так. Поскольку нам план скостили неправильно, надо, чтобы перевыполнение плана нам зачеркнули. Поскольку премия липовая, надо сдать ее обратно в Госбанк. Все 37 тысяч – это не наши деньги, это чужие деньги, и надо их вернуть обратно. Вот такое у нас предложение. Оно принято единогласно на собрании бригады. Вот протокол. И что же ты предлагаешь? Деньги людей обратно забрать? Да, забрать. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты знаешь, что может быть, если такое сделать? А что может быть? А все, что угодно. Люди тебе что, игрушки? То дали, то забрали. Вот и сколько лет настропил. Был хоть один такой случай? Не было. Но вот когда мы заберем премию обратно, когда из хороших станем плохими, когда переживем весь этот позор, вот тогда на нашей стройке хоть что-то изменится. Но забирать деньги нельзя. Нельзя, Лев Алексеевич, это рабочие, понимаете? Рабочие! Вы что, рабочие? Они что, бестолочь или как? Не трожь его, а то взбрыкнется. Не надо, Качнов, пугать рабочими. Я не пугала, и ты не пугала. Давайте, соберем всех. А я объясню, почему эта премия ни рабочему лично, ни государству лично не выгодна. Так что, Лев Алексеевич, я предложение внес. Прошу вас решить, принимается оно или не принимается. Напрасно ты своего Валерку в институт толкаешь, Гриш. Он сколько у нас работает? 8 месяцев. Вот, пожалуйста. Пацан проработал 8 месяцев и уже отказывается от премии. Уже от его имени сидит здесь бригадир и заявляет. Батарцева перечеркнуть. Соломахина перечеркнуть. Лев Алексеевич, ну вот как ты относишься к этому предложению, если так честно, по первому движению души? Павел Емельянович, если мы примем предложение Потапова, это будет правильно. Угу. Ну, спасибо. Спасибо за откровенность. Только ты мне объясни, вот почему он за, ты за, а я против. Вот всей душой против. Почему?
Почему ты такой свободный человек, а я это в цепях, в веригах? Почему? Я тоже хочу, вот так как этот Потапов, встать и сказать, у меня есть предложение, а я не могу. Почему этот комсомольский лидер может, а я не могу? Колька Шишов может, а я не могу. Почему? Павел Емельянович, давайте послушаем членов парткома. Вы знаете, что я за, я знаю, что вы против. Пусть теперь каждый выступит и четко выскажет свое отношение к предложению Потапова. Послушаем других, товарищи. Ну что ж, дадим слово самому молодому члену парткома. Александра Михайловна, пожалуйста. Я опять насчет дисциплины скажу. У нас на стройке нет слова «нельзя». Все у нас можно. Опоздать на работу можно, прогулять можно, чертежи вон вовремя не сдать тоже можно, тоже ничего не будет. А когда все можно, ничего хорошего не получится. Я что хочу сказать, Павел Емельянович? Я вот крановщица, у меня кран ходит по рельсам. От и до. И высота у него определенная. Вот, по-моему, в тресте по всем вопросам должны быть рельсы. О, улыбается. Дисциплина, рельсы, свободы нет. А ты думай свободно, куда эти рельсы проложить и какие. А то, что они нужны, это точно. Александра Михайловна, ну а как вы относитесь к предложению Потапова? Почему премию дают, люди ведь не спрашивают. А вот почему отбирают, наверное, спросят. По-моему, это хорошо. Можно? Да. Допустим, там все правильно, допустим. Но при чем тут люди? При чем тут рабочие? Я категорически против предложения Потапова. Рассуждайте, как хотите, но рабочие не виноваты. А как быть с тетрадями? А вы их в сейф положите, Лев Алексеевич. И пусть себе там лежат на здоровьечко. Поздно теперь руками махать, поздно. Что? Наказать кого-то надо. Давайте накажем. Давайте. Рабочие эту премию заслужили. Просто так, заслужили и все. Ну хотя бы тем, что они были готовы и тот первоначальный план выполнить и перевыполнить. И это от них не зависело. Они бы сделали. И еще сделают. Успокойтесь, Качнов. У рабочих премию никто не отберет. Нет такого закона, чтобы отбирали. Это ж глупо требовать то, что противоречит закону. Я думаю, товарищ Потапов, с кого положено, возьмут. А с кого не положено, не возьмут. И давайте, товарищи, кончим эти разговоры. Роман Кириллович, пожалуйста. Товарищи, товарищи, все-таки мы чего-то недопонимаем. Чего хочет Василий Трифонович? Василий Трифонович хочет только одного, чтобы в тресте было больше порядка. В связи с этим, что я предлагаю, Лев Алексеевич? Необходимо составить единый, серьезный, продуманный план мероприятий по улучшению организации труда на стройке. Предварительно составить анкеты, раздать их бригадирам, мастерам, рабочим, послать в конце концов делегации на другие стройки. С этих планов навалом. Оргтех мероприятий по улучшению качества, мероприятий по улучшению количества, а толку никакого. Эти планы пора скоординировать. И еще, Лев Алексеевич, давайте сделаем так. Соберем всех инженерно-технических работников треста и попросим товарища Потапова выступить перед ними с докладом. Ведь это хорошо, товарищи, когда рабочий как равный выступит перед инженерами. Я считаю, это может иметь очень большой резонанс. Да чего мелочиться, инженеров собирать? Давайте лучше министров соберем. Начальников главков, ученых. А я как встану перед ними? Как равный. И по телевидению покажем, на весь союз, прогремим. Александра Михайловна в это время будет дочке вязать носочки в кабине башенного крана. Уважаемый Василий Трифонович, насколько я понимаю, внес свое предложение только для того, чтобы заострить вопрос. И в этом случае я его предложение приветствую. Если же он действительно хочет, чтобы тресту корректировали планы и прочее, тогда, извините, мне непонятен исток его действий. Короче говоря, вы за или против? В таком случае против. Категорически. Разрешите мне? Пожалуйста. Я уверен, что мы должны быть честными. Но я не уверен, что мы должны быть глупыми. А вы посмотрите, в каком идиотском положении мы можем оказаться.
Совсем недавно мы доказывали, требовали, умоляли изменить нам план. С большим трудом глав пошел нам навстречу. С большим трудом. А вот теперь мы должны прийти, потупить глазки и таким тоненьким голоском сказать. Тут у нас один бригадир посчитал, что, оказывается, план мы выполнить могли. Так что, пожалуйста, восстановите его. Это же скандал. Все наши отношения с главком немедленно летят к черту. Вы представляете, что отсюда вытекает? Это отразится и на снабжении, и на фонде заработной платы, и на других жизненно важных вещах. Вот тут Дина Павловна говорила, что мы слишком любим свой трест. Да, любим. Это закон жизни. Стараться, чтобы твоя организация выглядела лучше. И это главк понимает. А вот то, что предлагает Потапов, этого главк не поймет. Так же нельзя. Пришел Потапов, принес две тетрадочки, и сразу все пошло вверх тормашками. А если бы Потапов не работал в нашем тресте? Если бы нам немножечко меньше повезло в жизни? Если бы на месте Потапова был другой бригадир? А если бы на вашем месте был другой? Если бы на моем месте был другой, вас бы всех давно разогнали. Можно мне? А у меня уже на днях был один партком. Дома. Пришел я вечером, жена мне говорит, так и так, у нас новость, Валерка от премии отказался, у них вот вся бригада от премии отказался. Я его поднял, спрашиваю, это правда? Он говорит, правда, папа. Ну, я ему говорю, завтра же утром пойдешь, получишь премию, чтобы ноги твоей больше в этой бригаде не было. А он говорит, папа, я могу уйти из дома, а из бригады не уйду. Вот так мы поговорили до утра, как мужчина с мужчиной. Я не понимаю, как, когда все это произошло, но ведь мы же ненормальное считаем нормальным. Неположенное – положенным. Необоснованное – обоснованным. Ну как же так? Вот Валерка мне вчера говорит, ты, говорит, что? Завтра выступишь против нашей бригады? Я говорю, почему ты так думаешь? Ну как почему? Ведь явно Павлу Емельяновичу не понравится наш поступок, а ты ведь никогда в жизни не пойдешь против Павла Емельяновича. Это он мне говорит. Я могу, говорит, тебе совет дать. Ты завтра не ходи на партком. Скажи, что ты заболел. Понимаешь, Паша? Прости меня, Паша, но я за предложение Потапова. Товарищ Зюбин, вы не будете говорить? Буду. Тут Павел Емельянович упрекнул меня премией. Дескать, я не заслужил. Так вот, Павел Емельянович, завтра утром я свою премию сдам обратно в кассу. Можете меня снимать? Я пойду работать в бригаду Потапова простым бетонщиком. Вы, наверное, не знаете, Павел Емельянович, что значит на нашей стройке работать прорабом? Так вот, я объясню вам. Это значит, Павел Емельянович с утра до ночи бегать, высунув язык, как собака. Я здесь первого колышка и просто не помню ни единого дня, нормального, спокойного. Да. Да, я еще хочу сказать Качнову. Далеко тебе, Качнов, до Потапова? Ох, как далеко. Ты же за себя только. Да, за горло хватать, это твой метод. Но скоро такие бригадиры, как ты, уйдут. Не улыбайся. В передовиках ведь ходишь ты потому, что на стройке порядка нет. И вообще. Все. Виктор Николаевич. Пожалуйста. Как я понимаю, если предложение Потапова будет принято, Павла Емельяновича снимут с работы. Я от всей души приветствую это предложение.
Да вы карьерист, вы бы всех тут уволили, одного бы себя оставили. Это вы виноваты, что партком принимает такой оборот. Лично вы. Поторопились, я за. Вы что думаете, если вы свою точку зрения, как секретарь парткома, высказали первым, вас все поддержат? Продолжайте, Виктор Николаевич. Мне больше сказать нечего. Ну что ж, все высказались. Пора приступать к голосованию. Я только хочу отметить, что неправильной необоснованной корректировкой плана мы извратили само понятие соревнования. Я хочу отметить, что ЦК партии призывает нас помнить, что соцсоревнования требуют не только поощрения передовиков, но и выявления тех, кто отстал. Бывает у нас так, что иные много шумят, когда принимают обязательства, но помалкивают, когда подводят итоги. И вот тут приводят слова Ленина. Надо писать с абсолютной точностью то, что есть, не уклоняясь от признания неприятных фактов, ибо не признавать того, что есть, нельзя. Оно само заставит себя признать. Том 38, страница 161. Газета сегодняшняя. Итак, у нас есть предложение Потапова поставить вопрос перед главком о необоснованной корректировке плана со всеми вытекающими последствиями. Товарищи Черников и Зюбин, голосуют только члены парткома. Пока еще Павла Емельяновича не уволили из Треста, он с твоего разрешения, Лев Алексеевич, скажет несколько слов. Вы, товарищи, понятия не имеете, в какой неподходящий момент вклинились эти потаповские тетрадочки. К концу года мы должны пустить комбинат. Его продукция разнаряжена на десятки предприятий, в том числе и за рубеж. Вы все прекрасно знаете, что пуск комбината под угрозой срыва, но пуск, безусловно, состоится. И пускать комбинат придется без некоторых объектов. Без каких объектов? Без центральной лаборатории, без ремонтной базы и без очистительных сооружений. Павел Емельянович, нам никто не позволит пускать комбинат в урезанном виде. А почему же 3 года назад нам позволили начинать строительство задом наперед? Не было ни базы, ни дорог, ни технической документации. Так вот, пока товарищ Потапов с Милениной делали свой анализ, Борис Петрович сидел по ночам и делал другой расчет. Расчет, позволяющий нам сегодня настаивать на изъятии из пускового комплекса некоторых объектов. Почему партийный комитет ничего не знает об этом расчете? А потому что он еще не готов. Я ничего не намерен скрывать от парткома, Лев Алексеевич, хотя ты меня в этом сильно подозреваешь. Я не хочу сказать, что в этих тетрадках неправда. Если брать отдельно тот год, который тут отражен, то все точно, все правда. И есть другая правда, правда в расчетах Бориса Петровича. А теперь представьте себе, что оба эти расчета попадают в главк. В чем дело, скажут нам? Вот же все вся причина, вон где собака зарыта, в вашем неумении организовать труд людей. И пускайте, скажут, пускайте полностью как надо, пускайте, и никаких гвоздей. До полного пуска все равно не будет. А будет кошмар штурмовщины, к тому же бесполезной. Поэтому я прошу вас, товарищ Потапов, я очень прошу вас, и как человек, проживший 52 года, и как управляющий Трестом, заберите вы свои тетрадки и снимите вы с повестки дня свое предложение. Поверьте, это во всех отношениях будет справедливо. И поверьте, что я прошу вас не потому, что боюсь наказания. Во всяком случае, не только поэтому. Зачем же ты начал, Павел Емельянович? Что зачем я начал? Стройку зачем начал? Вы думаете, если я управляющий, то уже все могу? Почему же не сопротивлялись? Чему я должен был сопротивляться? Чтобы не начинать в таких условиях. Ну, сопротивлялся. Как же вы думаете? Конечно, сопротивлялся. Как же это вы делали? В главке разговаривал, доказывал, матом ругался. Ну, а они? Они по спине хлопали. Ничего-ничего, все будет в порядке. А вы? Что я? Ребром надо было вопрос ставить. Заявление написать. Или отодвиньте сроки строительства, или снимите с должности.
А ты, оказывается, наивный мужик, Потапов. Ну, сняли бы, Павел Емельянович, пришел бы другой и начал. Не скажи, когда вопрос ребром ставится, люди думать начинают. Прояснение в мозгах происходит, когда вопрос ребром ставится. Но это же несерьезно, Василий Трифонович. Заявление ребром, сопротивлялись. Вы опять рассуждаете с горки бригадира. И правильно. Тут Павел Емельянович со своей горки говорил, что у меня в бригаде простое, потому что у нас вообще с планированием плохо. А я со своей горки вижу, что это планирование он сам и запутал, потому что начал стройку тогда, когда ее начинать нельзя было. Ну вот сидит начальник твой, Виктор Николаевич, ты же убедился, что он относится ко мне далеко не дружелюбно. Но даже он тебе может сказать, как я не хотел тогда начинать это строительство. Я грешен в чем угодно, только не в этом. Ну расскажи ему, Виктор Николаевич, что ж ты молчишь, расскажи, тебе он поверит. Помните, Павел Емельянович, 3 года назад, примерно на этом самом месте, где мы сейчас сидим, стояли вы, я, Григорий Иванович, Борис Петрович. А земля тогда еще не нюхала бетона, ничего еще не было, ни хорошей работы, ни плохой работы. Просто была земля, стояли 4 человека, которым на этой земле поручили построить комбинат. Не конец делу венец, а начало, сказали вы тогда. Еще громко крикнули на весь лес. Начало! Я клянусь вам, говорили вы тогда, что пока мы не построим все дороги, ни один объект, ни одна стена не будет начата. А потом телефонограмма, приступить к строительству. Я к вам. Как же так, Павел Емельянович? Ничего, Виктор Николаевич, нужно с этим кварталом развязаться, а потом уже все пойдет по-другому. И еще можно было исправить положение. Я вам тогда еще верил. Я думал, не портить отношения с главком – это ваша тактика, а это оказалось вашей стратегией. Да и моей потом тоже. Да что там говорить? Знаменитая пословица Бориса Петровича «Я перед главком отчитываюсь за каждый квартал в отдельности, а не за всю жизнь сразу» – это в конечном счете и ваша пословица. Вы не хотите ни за что отвечать. Вам так удобнее. Мол, начальство виновато, а моя совесть чиста. Нельзя было так начинать строительство тогда. Лучше было вообще уйти с должности. Ну вот опять. Другой бы взялся. Да человек ответственный никогда бы не взялся. И вы лично, Павел Емельянович, виноваты в том, что мы тогда так начали стройку, и что мы ее сейчас так заканчиваем. Ну что ж, все высказались. Пора что-то решать. И последнее, что я хочу добавить, пробивая идею усеченного пуска, мы тем самым заставляем директора будущего комбината начать так же, как начали мы. У него ведь тоже не будет одного, другого, третьего. Идет партком. Он тоже будет руки разводить, объективные причины. В общем, цепная реакция. А ведь объективные причины не с неба падают. Они рождаются нашим непрофессионализмом, нашей безответственностью. Да? Что такое? Я же сказал, идет партком. Что? Да. Так, так. Хорошо. Товарищи, есть небольшое сообщение. Звонили из бухгалтерии. Вот только сейчас бригада Потапова, Василий Трифонович, получила премию. Ничего не поделаешь, жизнь свое берет. Да подождите, это же все неправда. Это же все подстроено. Дядя Вася, я сейчас все уточню. Алло, бухгалтерия 33 управления? Из парткома говорят, насчет бригады Потапова. Откуда известно, что они премию получили? Фамилию зачитайте. Нет, вы все-таки фамилию зачитайте. Голованов? Какой еще Голованов? Так ведь нет же у нас такого Голованова. Дядя Вася, ну я же говорил. Вот дают, они же ведомости перепутали. Нет, нет, нет. Лучше я вам буду звать фамилии, а вы смотрите, получили или нет. Шипов. Шипов Николай. Не получил. Колька Шипов не получил.
А Фроловский Валерий? Тоже не получил. А говорили все. Матвеев Егор. Нет, вы хорошо проверьте. И подпись его стоит. Ну, ладно. Самохвалов смотрите. Никитенко. Корольков Иван Иванович. Тоже получил. Курочкин. И что, все? Это все, кто получили? Спасибо вам. Всего 7 человек получили. А говорили, что все. Дядя Вася! Василий Трифонович! Ну что ж, товарищи, пора расходиться. Хватит. Да, все так прекрасно кончилось. Все, Лев Алексеевич? Между прочим, заседание партийного комитета я не закрывал. Задержитесь, товарищи. Я считаю, от того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Я считаю, если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, нужно гнать отсюда к чертовой матери. Мы все умеем и любим подниматься на трибуны и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас грамотный, и современный, и умный, и культурный. Настоящий хозяин стройки. А когда он пришел сюда, этот хозяин, к нам, когда он выложил нам все, что наболело, мы его не узнали. Сначала мы решили, что он рвач. Было, было, было. Потом подумали, что он подставное лицо. Потом сказали, ты парень хорош, только, пожалуйста, забери назад свои тетрадочки, они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 7 человек получили сейчас премию? Потому что они не верят. Они не верят, что Потапов чего-нибудь добьется. Что можно хоть что-нибудь изменить на этой стройке. Так неужели мы сейчас подтвердим это? Во имя чего мы должны так поступить? Во имя чего мы должны погубить в людях самое главное? Веру в то, что ты не пешка. Что может что-то изменить в жизни, переиначить, сделать лучше. Партком продолжается. Товарищи, мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста 101. Такой партии нет.
Я ставлю на голосование предложение Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Трое. Кто против? Тоже трое. А вы, Павел Емельянович, воздержались? Нет, а чего же я за? Ну что ж, товарищи, большинством голосов предложение Потапова принято. Наше внеочередное, но очень важное заседание считаю закрытым.